вовсе обошел все здание, чтобы ничего не мешало работе телевизионной команды. Чтобы у вас тут только хорошие передачи были, чтобы шайтан сюда не зашел. Талгат Таджудин окропил и студию, и рабочие столы журналистов, заглянул даже в гримерную и в технические помещения. Здесь техническая служба, главного инженера тоже укропим. И наставления журналистам, операторам, режиссерам и всем тем, чьи работы... Свети вселенские апостольские церкви, еже от конец земли даже до конец ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. Таджудин побывал на нашем оздоровительном курорте Аписпа и посетил завод минеральных вод «Акваториум», где окропил святой водой минеральные скважины и производственные цеха завода. Миром Господу помолимся. Они туда, и в связи с 60-летием со дня рождения, председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфти Талгат Сафич Таджудин, награждается орденом Русской Православной Церкви святаго благоверного князя Даниила Московского второй степени. Примите глубочайшую благодарность за ваше служение России. Позвольте я. Для меня огромная честь получить этот орден. Шуның ішінде, жаулыққа келгенде, шул жаулықты же унға бөлесің де, ұннан бірсіңіне шарф итіріп, ұрамда бейдеп жүрейсің, шарфик. Же бүкілейсің унға, мойның аматурғын айтіріп бейдейсің, тик жүр. Сенің шашыңа бір кімінге ісі кеткені йоқ. Лекин мәшіт кекіргенде, мәдресеге кіргенде, үйген қайтып кірген уақытта бүтіндей матурғын айтіріп, бұрынғынша айтіріп бейдеп қоясың, ұрамға жүргенде қасын кімлегіне. Шулай болған уақытта қызларымызға да, сіңілдерімізге де, жемаатлерімізге де урамға шыққан уақытта, былай мойнына қасын кығын айтырып бейлеген уақытта бір кім шәһид ке, террорист ке, экстремист ке, вахабист ке деп қарамай. Һәм Алла қаршында да иншалла гүнаһлы болмай. Бұл менің баш мүфтінің фәтвам. Башка әйберлерге де шушылай тұрып қарарға керек. Һәм менә шул вакытында ул стандарт Алла риза булырлык пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям риза булырлык тәкъдимне иншалла керешәк.